Решение Segregated Witness было удачно активировано на лайткоине. Имплементация Segwit произошла в сети одного из крупнейших по рыночной капитализации лайткоина вчера, 11 мая. Апгрейд протокола, изначально разработанный для биткоина командой Bitcoin Core, был заблокирован на лайткоине 2 недели назад. Тем не менее, получив поддержку большинства майнеров в сети криптовалюты, Segwit все же был активирован. Хотя на раннем этапе процесса активации возникли сложности, связанные с ошибкой при голосовании крупнейшего в сети лайткоин майнинг пула, разработчики Segregated Witness заявляют, что имплементация софтфорка в систему прошла без особых проблем. Пользователи лайткоина теперь могут проводить принципиально новые виды транзакций, и по крайней мере одна такая транзакция уже была обработана сетью криптовалюты.